С авторской композиции «Волшебство» начался квартирник дуэта «Лайк Джаггер» творческого союза московских исполнителей Варлама и Ариши. Их песни наполнены юмором и лирикой, огнем и нежностью, и, как признаются сами артисты, это музыка для тех, у кого открыты сердца. Сегодня они приехали с авторской программой «Держи сильней» – удивительного микса разных жанров. Здесь будет и музыка в стиле соул, и танцевальная музыка, как известные хиты, так и музыка собственного сочинения. Да, у нас сегодня авторская музыка. Вот композиторы, в основном у нас Валерий композитор, я еще иногда записываю музыку. Ну и про людские, все людские, в общем-то, страсти, людские чувства. Варлам и Ариша составляют дуэт не только на сцене, они много лет счастливы в браке. Артисты отмечают, их музыка подходит для всех, и на концертах всегда собираются зрители с большим возрастным диапазоном. Но главными слушателями неизменно остаются дочь и друзья. Потому что вот наша дочь, ей 20 с небольшим, и она, ей очень нравится наша музыка, и ее друзьям нравится наша музыка. А помимо всего прочего, нашим друзьям нашего возраста тоже нравится наша музыка, поэтому я думаю, что музыка для всех поколений. Для Варлама и Ариши формат квартирника один из самых любимых из-за тесного взаимодействия со зрителями. В перерывах между песнями исполнители рассказывали о себе и отвечали на вопросы из зала. В числе первых слушатели поинтересовались, откуда взялось такое необычное название «Лайк Джаггер». Ответ оказался на поверхности. Дуэт получил свое название в честь известного британского певца. Еще жив этот исполнитель, которого зовут Мик Джаггер. Да, вы знаете, вот мне сказали, на самом деле я, ну, сейчас уже похудел килограммов на 20, вот как я был на него совсем не похож, и вот когда похудел, я стал на него похож. Мне сказали, ты вылитый Мик Джаггер. Помимо музыкальной части, в уютном зале Одинцовской библиотеки номер 1 зрители ожидали необычные сюрпризы от Варлама и Ариши. У нас будет сегодня дегустация варенья, которое мы сами варим. Вот, и я еще буду показывать открытки со своими картинами. Вот. И еще у нас будет на сцене, будет небольшой сюрприз, будет интерактив. Даже для самых взыскательных слушателей этот творческий вечер стал настоящим музыкальным откровением. А профессионализм и искренность исполнителей никого не оставили равнодушными. Полина Толмачева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».